Всем привет! Сегодня хочу проверить очень популярный рецепт домашних конфет и показать вам, что получилось. Наливаем в сотейник или кастрюлю с толстым дном 200 граммов сгущенного молока. Нагреваем его, постоянно помешивая на небольшом огне. Как только сгущенное молоко начнет закипать, добавляем 100 граммов черного шоколада с содержанием какао 71%. Шоколадку можно поломать на кусочки или нарезать мелко ножом. Шоколад очень быстро топится и масса начинает густеть, поэтому продолжаем постоянно помешивать. Держим на маленьком огне несколько минут. Когда шоколадная масса станет вот такой густой, снимаем с плиты. Затем по желанию добавляем 40 граммов арахиса или других орехов. Арахис я немного измельчила ножом. Хорошо все перемешиваем. Затем я беру вот такую стеклянную квадратную форму. Застилаю ее пищевой пленкой и выкладываю немного остывшую шоколадную массу. Разравниваю ее. Сверху также можно накрыть пищевой пленкой. И отправляю в холодильник на несколько часов, чтобы масса полностью застыла. Теперь достаем застывшую массу и делим ножом на небольшие квадратики. Сверху посыпаем какао. По желанию можно каждый кусочек обвалять в какао. Вот такие домашние и действительно очень вкусные конфеты получились. По вкусу напоминают трюфельные конфеты. Обязательно попробуйте приготовить. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока!